Я полагаю, что на какое-то время после выборов, а выборы наверняка пройдут не совсем гладко, внутренняя повестка его отвлечет. Надо будет полностью перекрыть воздух внутри страны. Будут бомбить Воронеж, то есть, условно говоря, решать внешние проблемы за счет внутренней стабилизации. Здесь возможен очень широкий спектр действий. Возвращение смертной казни, думаю, уже в пределах следующего года. Полный запрет абортов, тотальная мобилизация, резкое сокращение. Сокращение преподавания иностранных языков в вузах и милитаризация образования, полная милитаризация церкви. Одним словом, превращение всей страны в единый боевой лагерь, плюс, разумеется, в ГУЛАГ. Думаю, что это дело ближайших 2 лет. Дальше этих 2 лет, как хотите, правление Путина не просматривается никак.